Мы находимся на христианском кладбище, расположенном в поселке Балаханы в Сабучинском районе столицы. Несколько недель назад СМИ сообщили о фактах разрушения могил на этом кладбище. По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой этот вопрос был взят под особый контроль. Напомним, что сразу же был проведен осмотр территории площадью 17 гектаров, а также состоялась встреча с жителями и председателями Русской общины республики. Азербайджанский народ очень чтит память своих предков, бережно ухаживает за могилами своих родственников, отцов, матерей. И для нас было странным то, что у кого-то поднялась рука на вот эти могилы, на разрушение этих могил. Мы в то время сделали заявление и в своем заявлении отразили ту оперативность, с которой было принято решение нашим руководством, в частности, первым вице-президентом Мехрибаханом Алиевой, которая дала поручение правоохранительным органам тщательно расследовать это вопиющее преступление. Менее чем за месяц органами исполнительной власти города Баку у входа на кладбище были установлены железные ворота, восстановлено 70 и отреставрировано 65 надгробных плит. Восстановлено 12 крестов, построена каменная стена длиной 770 метров. Установлено 3 камеры видеонаблюдения. 4500 квадратных метров дороги посыпано гравием. Проведены новые водопроводные линии, построен родник. Проведены побелочные работы, а также установлены мусорные контейнеры. Спасибо огромное, Мехрибан ханум. Мы наконец-то можем спокойно прийти, посидеть в спокойствии. И когда проходишь по кладбищу, тоже, потому что это люди, которые ушли в последний путь. И их тоже нужно уважать. Спасибо. Покрасили, почистили, убрали. Большое спасибо. Похоронены отец, бабушка, дедушка, дядя. В общем, все многие здесь похоронены. Большое спасибо Мехрибану Алиеву. Я очень слышал, что если без ее участия, ничего бы здесь не изменилось бы. Мы на Пасху приехали, я к маме. Мама, папа, брат здесь захоронены. И вдруг я вижу, что памятника нет. Здесь забор всего так вот покорежен. Нашему правительству спасибо, особенно Мехрибан ханум, что она так вот строго взялась за это, выделила помощь. И то, что наше кладбище сейчас восстанавливается. Большое спасибо. В результате проведенного органами исполнительной власти столичных районов мониторинга состояние христианских кладбищ было установлено, что на территории Баку есть 28 действующих кладбищ. Выяснилось, что в результате воздействия внешней среды некоторые могилы были разрушены. Также были выявлены факты повреждения металлических оград кладбищ, надгробных плит, железных перил. Местные исполнительные органы власти города Баку на всех кладбищах провели работы по благоустройству. Восстановлены или проведены водопроводные и электрические линии. На 21 кладбище установлены или восстановлены новые ограды, длина которых составляет 15 372 метра. На 15 кладбищах установлено 46 камер видеонаблюдения. Восстановлены 1023 надгробные плиты. Все это еще раз наглядно демонстрирует, что вопросы, волнующие все социальные слои общества, или же их пожелания и предложения, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности граждан, находятся в центре внимания государства. А это, в свою очередь, свидетельствует о высоком уровне толерантности и мультикультурализма, являющихся образом жизни в Азербайджане. Фидан Гусейнова, Заур Дадашев, Новости АСТВ.